времен и множество историй проходит по центральной улице Рыбинска. Вот уже несколько лет жители города принимают участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». С чьим портретом вы сегодня прошли? Это мой родной дед Смирнов Александр Михайлович. Я иду с портретами бабушки и дедушки. Моей прабабушки и прадедушки. Моего прадедушку. Это мой дед Сизов Алексей Васильевич. С бабушкой, с дедушкой и с дедом. Что вы знаете о его фронтовой жизни? Очень мало. Надо заниматься архивами. Его призвали на фронт 18 лет мальчишкой. Он служил радистом, потом пулеметчиком. Они были детьми, бабушка работала на лесозаготовках, а дедушка в кузнице у станка. Они своих детей оставляли, прятали, а сами уходили на фронт. Он воевал в Великую Отечественную, в 17 лет ушел на фронт, вот, прошел до Москвы, под Москвой получил ранение, попал в плен к немцам. Я знаю, что он в армию поступил еще до войны, героически сражался в белорусском полку, дошел до Берлина. И почему люди ходят на бессмертный полк? Потому что это наша память, это наша история. Потому что уже нет тех людей, которые бы могли с гордостью пройти в этом полку. А мы, потомки, должны хранить память о них. Чтобы не забывать о этом подвиге своих родственников. Память о наших близких, погибших в войне и работающих в тылу, была всегда вечной, бессмертной. Это наша обязанность. Чтить память. Память наших предков, наших дедов, прадедов, которые участвовали в войне, которые спасли нашу страну. Ну, чтобы показать, какие у них были раньше бабушки, дедушки. Сейчас почти не осталось ветеранов, к сожалению, да, ввиду того, что прошло уже очень много времени. И, собственно, почтить память тех, кого уже с нами нет, наших близких. Страницы нашей истории не должны быть забыты. Память о них – залог мирного неба над головой. С вами были 17.40, Алина Щенникова и Марина Васильева. До новых встреч!